Это астрономическое явление наблюдали практически все жители России. Затмение длилось 53 минуты. С древних времен событие производило на человека неизгладимое впечатление, а у некоторых народов ассоциировалось с мистически фатальными процессами. Многие считают, что в этот момент нужно загадывать желание. Среди кемеровчан оказалось немало астрономов-любителей. Некоторые даже смотрели затмение через телескоп.